Видео подготовлено с сайтом onlinegdz.net. Упражнение 243. Запиши пару слов по образцу, обозначь орфограмму, запомни, как правильно ставится ударение в словах. Берега – берег, гербы – жемчуга, склады, рвы, льды, лбы. Найди в этих словах другие знакомые орфограммы и обозначь их. Подчеркни в словах другие орфограммы. Это безударные гласные в корне и мягкий знак для обозначения мягкости согласного звука. Гербы – герб. Подчеркнем безударную гласную «е» в слове «гербы», проверочное слово «герб». Подчеркнем «б» – согласный, после которого стоит гласный. Согласный подчеркнем двумя чертами, гласный – одной. Жемчуга. В этом слове подчеркнем безударный гласный «е», проверим словом «жемчуг». Этим же словом мы проверим согласный, который стоит в конце слова. Жемчуга. Склады. Склад. Подчеркнули «д». Рвы. Ров. Подчеркнули «в». Проверили буквы «ы». Рвы. Льды. Подчеркнем мягкий знак, который служит для обозначения мягкости согласного звука. Лбы, лоб. Подчеркнем звук «б», букву «б» и буквами «ы» одной чертой. Поставим знак корня. Герб. Рв. Ров. Жемчуг. Льд. Лед. Склад, склад, лб, лоб. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете их оставить в комментариях под видео.